30 декабря в Хазарском районе Баку состоялось открытие Центра культуры Зиря. В церемонии открытия приняли участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда, учредитель и руководитель общественного объединения «Адея» Лейла Алиева. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании. Затем президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Хазарского района и поселка Зиря. Президент Ильхам Алиев совершил прогулку на электромобиле по территории центра. Глава государства Ильхам Алиев, президент фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент фонда Лейла Алиева посадили дерево на территории центра.